Чё, не принимает тебя Родина? Короче, я сваливаю отсюда нахрен. Куда? В Москву. Чё там делать-то будешь? Музыкой хотим серьезно заняться. А чем же вам? Здесь-то не жизнь. Ну, полюбался там шансов больше, чем тут. Тема серьезная есть. Сумку надо в Красноярск закинуть. Если сделаешь, хату себе на Садовом снимешь. Тема железная. Все четко будет, не бзди. На горизонте облаком темных сотнями тысяч лиц. Что это? Сумка, че? Что теперь делать? Истинных армия над миром высится. В нашем городе появилась крупная партия наркотиков. Короче, завтра отправляю посылку. Без боя молча заходим в города, мы потеряны боя волчьи. Присмотрись. Меня апельсин от них подальше держит. Ты хочешь, чтобы он меня из дома выкинул? Если твой музыкант не нарисуется, я тебя под молотки пущу. Я на такое не подписывался, Коля. Думаешь, если ты эту сумку не отвезешь, она что ли тут останется? Если ты банчить перестанешь, то и все вокруг банчить перестанут. Чувак, есть те, кто торчит, а есть те, кто на этом зарабатывает. Это их выбор. Я тебя посажу, ты меня понял? Ты что, дебил, что ли? Завтра оркестр гастроли в крае. Струны в контрабасе. Вы что здесь, все охренели, что ли? Давай уедем. У тебя здесь все равно жизни не будет. Ты дурак! А дальше что? Всю жизнь так себе как? Вы думаете, мы ни на что больше не способны? Я нормально хочу. В нормальном обществе жить. Из-за таких, как вы, вся Сибирь думает, что мы тут в Чикаго живем.